Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по шмоткам. Так, оружие, так, я могу его улучшить? Ага, Магарьяри. Давай улучшай, не спрашивай меня по 300 раз. Отлично, полное улучшение. Так, по броне, кстати, у нас же 28 уровень. Ёлки-палки, надо было купить вот эту броньку. Красный лотос. А шлем? И шлем у нас. Ух ты, ё-моё. Кстати, я могу его приобрести прямо сейчас. Вопрос в том, стоит ли столько тратить гемов, 175, ради шлема судьбы. Или нас устроит пока шлем самурая. Ой, ёлки-палки, какие кинжалы ассасина прикольные. О, ну вот это вообще... Лунные ножи смотрятся красиво. Так, древний чакрам. По заклинахе тоже нужно прокачивать. Ладно, все это будет чуть позже, но вначале мы будем с тобой драться, естественно. До вдовушки мы с тобой пока не добрались. Так, раскаленная земля. Нормально, да? 24 гема можем заработать. Ну что, пойдем, наверное, сходим с тобой на дуэлечку. Немножечко, ну, в бой. Что опять? Подклинивает что-то. Опять она. Ну ты посмотри, а на нее. Это Лилия, ну просто жить без меня не может. Вот обязательно ей нужно влезть. Ладно, я надеюсь, сейчас мы с ней быстренько. У меня Магарьяри все-таки. И сейчас я... Опа! Оп! Оп, роднуля. Да, конечно, ага. Сюрик она свой решила там мне бросить. Иди, говорю, отдохни. На печку иди. Эть! Я! Перфект. А как ты хотел? Думала, все будет легко и просто. На фоне вулкана стоишь, ты думаешь, крутая, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ёпрсы, ты поймала меня. Ты посмотри на нее, а. На-ка! Выкусила свое. Погнали, друзья мои. Так, и по-моему, пора заклинание применить, да? Вот так вот, чтобы не выпендривался. И... Нет, не добили, а сейчас добьем. Вот и все, Лилия, ребят, завяла. Завяла, и мы с тобой зарабатываем почти 300 тысяч с одного боя. Отлично, дуэли у нас. Подожди-ка, дуэли еще. А я что, в испытании? Подожди. Секунду. Я могу еще пойти на раскаленную землю? В этом бою ты проиграешь, если будешь слишком долго стоять на земле. Понял, понял тебя, сенсей. То есть ты хочешь сказать, что мне надо тут прыгать, как сайгак, да? С этой Магарьяри. Ну, с тобой не поспоришь. Ой, какой хороший сзади. Ой, а что мне такую трихомудию-то дали, эй? Так, надо прыгать постоянно, ребят. Постоянно, блин, прыгать. Нельзя тут долго стоять, понимаешь? Прыгаешь, прыжок делай. Фух. Ах ты, сопляжуйка. На, и прыжок, прыжок. Ой, сейчас мы можем проиграть. Да чтоб тебя с этими прыжками. Прыгай. Понятно, все, конечно, блин. Все, ребят, отдуплился я. Если бы не эти дерьмовые прыжки, которые тут нужно постоянно, блин, делать, я бы ее уже разобрал бы, поверь мне. На, в ответку за прошлый бой. Ай, как же это меня она этим пользуется, естественно, ребят. Придется прыгать. Меня и так неплохо тут, я смотрю, подкидывают. Есть. Ушлепал я ее, короче. Но бой-то еще не закончен. Третий раунд. Нету тут таймера. Был бы тайминг, чтобы я знал, сколько мне нужно именно стоять на земле. А было бы в разы лучше. Прыжок. Прыгаем. Сейчас я на этих прыжках опять погорю. Опять погорю, ребят, на этих прыжках. Ничего не дает мне, а. Подрезал. Заклинаха. Есть контакт. Ну вот, вот, совсем другое дело. Ох. Нет хуже, чем когда вот надо прыгать тебе в обязательном порядке, чтобы не проиграть. Ну что, дуэли у нас закончились, и у нас есть турнир сложно и испытание нормально. Старые раны выполнены. Телохранители невозможны пока. Хм.
Ну что ж, поехали. В этом бою на ринге периодически наступает темнота, сказал мне сенсей. Но мне кажется, что с Магари Яри я здесь смогу противостоять этому когтю даже в темноте. Надеюсь. Хотя не забывай, что у этих серпов тоже радиус. Ой. Вот мне придется просто так вот тыкать. На постой, ребята. Вот так вот. И продолжаем бомбить. Не вижу ни шиша. Понятно, понятно. Все, выпендрился. Кто кому... Ой, по-моему, мне там, ребят... Да что так темно-то? Слишком долго темнота тут длится. Деремся на фоне разрушенной какой-то деревушки. Давай я начну, наверное, вот так вот. Ой, начал. Я, по-моему, там люлей, да, получаю? Ой, как он меня сейчас смачковски-то бомбанул. Заклинаха полетела. Ну, видимо, он промахнулся. Ну, вот как вот тут драться, ребят? Ну, вот скажи мне, пожалуйста. Сейчас меня ушлепают здесь. Что-то мне подсказывает, что сейчас мне тут кирдычок приснится. Твою ж налево. Справедливо прям я не могу, да? Он-то 100% знает, где я и куда и надо бить. В отличие от меня. Его я начинаю опять получать плюхи. Трындец. Я уже и ногами. Попадем? Попадем. Все, ребята, коготь. Да выпендривался. Фух, 235 тысяч упало к нам в копилочку с тобой. Угу, уже безумно. Так, восстанавливающее здоровье противник возвращает урон. В этом бою твое здоровье восстанавливается со временем, но противник возвращает урон при получении ударов. Чего? Опять ты? Лилия, ну хорош. Вот ей все мало, вот все мало. Ей сколько уже люлей вставлял, а? Ей все не хватает. Ладно. Надо с ней как-то покончить. Что это? Так. Это что было? Я что-то не внюхал. Это что такое? Я не понял, а, Лилия? Успокойся, я тебе сказал. Ой, зря, зря. Ой, ребят, что-то сейчас будет плохое. Я уже предвижу. На, на, и вот так вот. Добивать надо ее. Кого, меня? Меня не надо добивать. На, заколол. Фух. Так, следующий раунд можно, в принципе, начать, наверное, с заклинахи, я думаю. Откатиться надо будет хорошенечко, да? Вжарить. Понятно. Ну, ребята, где тут справедливость? Я уже об этом не один раз говорил. Как только ты начинаешь применять заклинание, они тут же сразу делают его. Я бы хотел бы проверить, знаешь, когда? Когда, например, она потратила свое заклинание, да? И в этот момент ты активируешь свое. Неужели она найдет резерв на то, чтобы применить его тоже? Ой, тихо, 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 тихо. Иди от меня. Я же чувствую, что она хочет или подсечку сделать, или схватить меня. На, блин. Твали, говорю, от меня. Пробитие щитов у нас с тобой сработало, да? Ага, конечно, конечно. Закатило что? Голубчик, не тут-то было. Сейчас будет активироваться. 100% тебе говорю. Или уже поздно активироваться, а, ребят? По-моему, ей... Да подожди ты, почему? Почему? А-а-а, все, все, ребят, я допетрил. Часть урона возвращается мне. Вот оно что. То есть, если я ее бомблю, естественно, я получаю урон. Угу. Так. Не надо. Да ты заколебал, а? На. Ай. То есть, получается, мне нужно здесь... Так, так. Окей. Нет, главное не получить урон, понимаешь? Если мы получим... Да иди ты, блин, в хрен вонючий! Что ты делаешь, блин? Ушастая балаболка, блин, а? Смотри, что она сделала, блин. Подловила меня, а? Сколько можно-то с ней, блин, тут нервы компенсировать? Поехали.
Все? Ага. Конечно, на. Надо же. Поехали. А-а-а! Может, хватит уже? Допрыгалась, кузнечик, блин. Так, так, отлично. Вали нафиг. Захотела сюрик бросить, да? Я видел, что там собралась. Сюрикенчик уже приготовила. Короче, здесь нужно еще получать при этом, при всем, как можно меньше урона, потому что дамаг и так возвращается ко мне. Чуть ли не идеально, это должна быть победа. Опа! Замечательно, а если так? Поехали. Блин! Просто лютость какая-то. Ребят, последний шанс у нас с вами здесь победить. Ага. Давай, давай, давай. Еще сюрик можешь бросить, я тебе позволяю. Ну? Может, заколоть ее получится все-таки здесь, а? Будем, ребят, ногами. Ну, конечно же, конечно же. Есть! Ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось после того, как я нанес ей удар. Буквально там дунь на меня, и я бы упал бы. Но, слава богу, выполнил. Так, теперь мы пойдем с тобой на турнир. И, просто старичок с Глефушкой. Давно не виделись. Давно не виделись мы с тобой, дедушка. Я знаю, знаю, ты псих, ты лютый псих. Но что-то ты, хотел сказать, пасуешь. Ничего он не пасует, ребята. Все в норме. Дед-спортсмен. Ну что, добьем? На самом деле я хотел подсечку сделать, но почему-то она не сработала. А сработал обычный удар. Ну, поехали дальше. Ох, как ты хорошо сейчас попал-то. Ой, деда, все, 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 дедуль. Не надо прыгать, не надо прыгать. Не поможет мне все равно тебе это. Перфект, и мы с тобой зарабатываем 323 тысячи. Слушай, я скоро стану миллионером. А, я уже миллионер, друзья мои. Так, безумно. Нам с тобой еще немножко надо пройти и получим 29 уровень. 29 уровень. Подожди секунду. Оса принимает мой вызов. Я еще этого-то не завалил. Ё-моё. Давай-ка, кстати, пойдем. Магари-яри, я думаю, как раз то, что нужно против мясничка. Хоть мясник и лютый чувак, но мы его будем... Помнишь, мы с тобой обычно яри его бомбили в свое время? Ему это не нравится. Ой, смотри, что он получает, ребят. Просто плюшки. Он даже, он такой неуклюжий, что он даже, хотел сказать, встать не может. На. Да иди ты. Ты серьезно? Ну, хорош, ну, парень, ну, успок... Блин, ой. Ты смотри. А это я от кровотечения, что ли, погиб? Или что произошло? Ну, мясник до сих пор, ребята, держит марку. Держит марочку он. Не надо, не надо, отходим. Поехали. Так, слава богу, нормуль так отнимает здоровье. Поехали. Ай-яй-яй. Не надо. Мясник, я должен тебя... Я должен тебя, говорю, бомбануть. Дай мне, пожалуйста, один выигрышный раунд. Ну, пробитие... Я хотел воспользоваться моментом, пока было пробитие брони. Но, видишь, этот жиробас меня все-таки опередил. Вот, давай, давай, бросай сюрики свои, что ты? Да ну. Хорош, блин, опасны вот эти вот удары у него, если честно. Ага. Так, уйди от меня. Раздражаешь уже просто. Так, заклинаха. Ты че, как ты посмел еще отпрыгнуть? На нафиг. Поехали. Заколоть его надо. Все, ребята. Но опять же, пока счет 2-1 в его пользу. Сейчас будет активироваться. Он же сейчас будет применять заклинахи уже. Так, ну-ка. Понятно. Понятно, все как божий день. Оп, нет. Да ты хорош, ты старик, ты че? С прыжка отнимает практически всю... Всю хп-ху у меня. Ну, ты, ну, ну что это, ребят? Ну. Так, если я сейчас его победить не смогу, я делаю вывод, что фигня у меня, а не доспехи. Доспехи на самом деле мне фигня, надо их покупать новые. Но это люто.
Ага. Понятно, прописал. Не надо, дед. Почему он называет дедом? Он же вроде не старый. Ага, хотел чего. Ну все, все. Блин, задел все-таки, а. И стоит возле меня, вот смотри, он специально трется возле меня, блин. Получил в глаз? Ой. И кровотечение стоит. И, ребят, я погиб. У него очень лютое кровотечение. То есть он вешает на меня, у меня жизнь просто, просто на глазах улетает. Подрезал. Смотри, смотри, что происходит. Я просто, нет, я выжил, но тут смотри на мое здоровье. Блин, знаешь, чего не хватает здесь? М? Хочешь, скажу тебе, чего не хватает здесь? Не хватает вампирика. А вампирик у меня находится на Shadow Fight 2 на тесаке. Здесь вампирика нету. То есть, поэтому... Вот сейчас было пробитие брони, и это классно. Это классно, и в то же время он сразу кровотечение, все. Вот и... Ребят, с двух плюшек, с двух своих плюшек он меня сносит. То есть, сделаем выводы. Хренушки ты его победишь. Хотя Магари-Яри вполне очень даже себе оружие. Погнали, я должен заработать уровень. Так, это кто у нас? Атаманчик. Атаманчик. Ну, с атаманом, я думаю, что справимся. Хотя его тесаки, конечно, тоже еще те подлючие. Но просто не подпускаем его к себе и все. Нет, нет, хорош, что-то акробатику свою выплясывать. Удар ногами вообще не наносит практически никакого урона. Я заметил. Вот только вот и остается вот так вот колоть его как. Оп. Чего? Ты чё? Ну давай последний сюрикен сейчас свой брось в меня. Е, по-моему, ему крышка, ребята. Кстати, спрашивали подписчики, чем отличается это Shadow Fight, да, Special Edition от оригинальной версии. Ребят, ну... Ну-ка. Во-первых, скажу тебе, тут, помимо денег, ты можешь зарабатывать гемы. Это раз. Во-вторых, здесь история сенсея идет, как бы... Узнаем, что произошло, откуда здесь взялись эти всякие вдовы, отшельники, как они дрались, короче. Грубо говоря, предыстория самой второй части. Вот так вот. Тут нет у нас подземелий, тут нет у нас ночного режима. Но зато, еще раз тебе говорю, есть возможность зарабатывать гемы. Соответственно, ты можешь... Давай тогда сделаем так вот. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой. Нет! Да хорош, блин! Да заколоть его надо, все. Фух, атаман. Чертов. Готов, отдуплился. Ребята, а уровень-то мы получим с вами или нет? Или будем тут до посинения? Нам еще один бой с тобой нужно сделать. Ну, а как? Как нам его сделать, если у нас... А, я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Нам нужно с тобой что-нибудь приобрести. Ну, например, ту же самую броню. Вот я купил. Вот, я ее улучшил. И сейчас у меня будет уровень сложности безумно. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем с тобой на безумке сыграем. И это у нас тесак. Это, по-моему, новенький чувак. Раньше у нас никакого тесака не было. Это разве тесак? Вот у меня там тесак, ё-моё. В оригинале. Это так, бабкино баловство. Ну, если он, наверное, припечат... Чё ты творишь-то? Дичь какую-то, эй! Тесак! Поехали. Да хорош ты! Ой! Вот ты мутант, а! А если так? Ну! Подрежет? Нет, не подрежил. Просто крутанулся, выпендрёжник фигов. Блин, пока ведет, ребята, он. Пока ведет. Я тебя понял. На тебе. В задницу укольчик, так сказать. Что это там у него? Так, он пока лежит. О, о, да тут и заклинах уже, ребята, не особо хорошо работает. А вот это вот классно сейчас работает, ребят. Пробивнуху я ему сделал неплохую, да? Заметил? Просто пробивнуху. Ну, меня удивляет, что удары ногой практически не отнимают здоровье.
То есть только лишь оружие. Да ладно, как такое может быть? И стою, главное, улыблюсь. Ну-ка. Прожарка. Все? Нет, 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 нет. Да-да, что ты делаешь-то, придурок, блин? Ну, зашибись, сейчас Сюрик бросит и все, да? Да на тебе. Что? И главное, я проиграл. Зашибись. Упали оба, а проиграл почему-то я. Как? Я так не согласен, ребят. Я на это не подписывался. Но да хорош, ага, за Сюрик хватает сразу же. Поехали, ребят, никакой пощады ему не будет. Угу. Может, хватит уже, а? На. Голодранец-то такие. Поехали. Получи и распишись. Так, пробитие брони и добиваем. В плане. Вот, закололи. Блин, ну что такое, заклинание мои вообще как-то не функционирует здесь. Давай, тесак. Понятно. С одной плюшки отнял все, практически, ну, половину хп. Все, ты готов? Поехали. Не надо. Да и дрена вожми. Как ты меня достал, а? Я офигею. Да. Я говорю, как только начинается вот это вот, все, активируется сразу же. Получил люлей, начинает психовать. Да я тоже тут невнимательный, на самом деле. Можно было бы все намного лучше и идеальнее, так сказать, пройти даже. Но... И добивочный. Все, пока, родной. Прыгай, прыгай там, кузнечик. Перфект. То есть, без царапинки прошли с тобой. Ох. Ну вот, вот. Неплохо. Ты получил новый уровень. 29-й, конечно же. Я о нем только и мечтал. Ну что, я думаю, нам сделать нужно пробитие блока, изучить. Это будет лучше всего. И идем, ребят, за покупками. Вот он этот тесак Дадао. Да блин, мне не хочется его брать, если честно. Вот нисколечко не хочу его брать. Темная броня. Прям как Дарк Вейдер, ё-моё. Слушай, ну ее, наверное, стоит взять. Блин, или не стоит. Что у нас по шлемам? Угу, 347. Ладно, я возьму устрашающую маску и возьму вот эту броню. Фига я как выглядит стал крутенько. Ты посмотри на меня. Прям крутышок. Так, а по магии у меня пол ляма, блин, чтобы прокачать. Ну-ка, теперь посмотрим. Вот, ребята, телохранители. 720 тысяч плюс 45 гемов. Поехали. Медведь. Твой путь закончится здесь. Вдова выбрала меня, верного пса, охранять ее покой. Так что будь готов получить по шее как следует. Серьезно? С молотом, конечно, ты не хилым. А я со своей пукалкой с Ягари Мари. Ладно, я думаю, что все-таки... Ёкало, блин, нифига у него. Я боюсь, ребят, попадать под удар. Фи. Ой, а ты что-то уронил, парень. Или мне показалось. Нет, ты уронил. Да хватит тебе. Медведь, ты неуклюжий, нерасторопный. Так, значит, да? На, тогда в ответочку тебе. Продолжаем эпопею. Ать ты, гаденыш мелкий. Ну-ка, хоть, хоть. Шустришь, говоришь, да? Нет. Только не в этой жизни. Ну все, 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 заколоть его надо там. Или вот так. Ах ты. О! Тогда заклинаху. Промахнулся такой, да? И туч. Готов, медвежонок. Отдыхай, расслабляйся. Раунд 2. Слушай, хорошо, что мы ему выбили сразу же, да? То есть я не успел ощутить мощи этой дубины его. Честно говоря, я не горю желанием даже ощущать. Так, давай попробуем. Опа. Оп. Оп.
И все впустую. О, парнишка, да ты так меня 1000 лет колупать будешь своим заклинанием. Все, ребята, я его победил, потому что было у меня активировано пробитие брони. Что он там отходил, пятился, это все ерунда. Мы его прожарили до хрустящей корочки. У нее особая власть над мужчинами. Это не просто красота, это магия. Я не могу противиться ее воле, но вижу, кто она на самом деле. Вдова жестока и беспощадна. Прошу, положи конец моим страданиям и освободи нас всех. То есть вот так, да? Она вас всех зачаровала. Вы это прекрасно понимаете, но сопротивляться не можете. Ладно, ребятушки, так же быть. В этом бою у противника повышена защита. Выполни комбо из 5 ударов, понятно. О, дед. Дедуля, старичок. 5 ударов, да? Нужно под комбо его, что ли, загонять, получается. Это не так просто. Ну все, дед, хорош. Кританули. Ага, ты опять за свое? Блин, плохо. Но нам повезло. Поехали. Отлично, you win. То есть я нанес ему 5 ударов. Именно под комбинацию я его загнал. И это крутенько. По-другому не скажешь. Ну что, ребята, у нас еще бой. В этом бою победит тот, кто наберет больше очков за нанесенные удары. Я же профи. Ой, блин, гадюка. С кусаригами. Это, конечно, не есть хорошо, но... Ну, а нам деваться некуда. Будем бомбить. Пытаться. 0-0 пока. Поехали. А, даже это считается? Ладно. А что, у меня тут звездочек нету? Да хорош ты! Вот кикимора. Ой, а время-то? Я проиграл, друзья мои. Я проиграл по таймингу. Раунд 2, ладно. Попробуем. Ага. Давай. 5, 7, 8, 9, 10. А добивочный хочешь, родная моя? Вот так вот. Ну что, пока ничья. Сейчас я эту Ягари-Мари в гланды-то засуну. Вот. Сразу четверточок. Так. 7, 8. Идем неплохо с тобой. 9, 10, 11. Да все, все, поздно махать. Поздно махать, все, ребят, мы выиграли с вами эту гадюку. Деньжатки нам упали на карман. Безумно. В этом бою магия противника заряжается очень быстро. Спасибо. Ух ты, белка. Да ладно, только не говори, что ты тоже с Ягари-Мари. Так и есть. Она еще и магию накапливает быстро, да? Что? Да ну. Хорош, роднуля. А че так мало, долго хп-то отнимается? Эй! Вы, наверное, хотели сказать, не магия быстро заряжается, а... О, броня пробития идет. Ать! Сопляжуйка. Смотри, что творит, а. Ну-ка. Это вообще ни о чем, ребят. Это вообще ни о чем. Что-то меня такой расклад не устраивает абсолютно. Да хорош, что тут же пинается она еще. Ты достала мне, соплячка. Поехали. Заклинаха. Прям на огонек, как говорится, упала. Поджарил ей булки. Нет, нет, радость моя, белочка, хорош. Поехали. Ить! Я хотел присесть. Видит бог, ребят, я хотел присесть, но не успел. Так, подожди секунду. Давай-ка мы с тобой, наверное, заточимся. Что-то как-то кисленько у нас тут с тобой идет все. Кисленько, поверь мне. Улучшимся. А здесь шлем можно... Подожди-ка, мы, наверное, с тобой вот это прокачаем. По фулке, да? Эти, конечно, красиво смотрятся. Тут спору нет. На шлем не хватает мне.
Так, турнир. Легко. Поехали пока на турнир сходим. Ой, Мор. Хотел сказать Гром. Мор. Давно не виделись, кстати, с ним. Надо его немножко нахлобучить. Ну, мне кажется, Магари Яри здесь будет топчиком. Да, конечно. Ага. Еще и по пяточкам ему. Правильно так и надо. Оп. Жалко, комба не прошла по полной программе. Вот это вот плохо. Плохо, 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 парень. На, на. Еще. И еще. И вот так тебе. Все, друзья мои. Прямо вот пальцами ножиком ему по носу дал. Ему-то не понравилось. Видимо, носки долго не менял. Он просто от вони задохнулся. Вот и все. О, тихо, тихо. Шутки шутками, ребят. На-ка. Ё-моё, вот что значит прокачка магии. Ребят, посмотрите, сколько я у него хп отнял. И он сразу начинает лютовать, психовать и тому подобное. Но поздно, поздно, родной. Лучше отдохни под деревцем, подумай. Посмотри на звезды, помечтай о других планетах. Но у нас до сих пор еще легко. Ага, опять коготь. Опять со своими серпами. Блин, серпы так ужасно смотрятся. Ну, в плане того, что как ужасное оружие с такими этими зазубринами. Так, коготок, хорош. Все. Ой, ой-ой-ой, куда ты пошел-то, родной? Вернись, я все прощу. Упал, упал, родной. А это чтобы он вдалеке не стоял, вот так вот. Так, пинка ему дать, что ли? Для скорости, ага, конечно. Локоточками тут своими. Давай поджарим ее, в конце концов. Чух, чух. И промахнулся. Ну что, первая победа за нами. И она довольно легко мне далась. Слушай, я в этом плаще действительно как Дарк Вейдер какой-то, блин. Все? Докрутился? Ой. А вот так, блин, а почему я не попадаю, а? Ты смотри, и так, он прям супер-пупер подрезальщик, а? Все, может быть, хватит уже, а? Родной, как ты на это смотришь-то? Поехали. Попал, попал под комбу и добиваем. Поздно, парень, или успел? Ты посмотри-ка, а? Он успел отпрыгнуть. Ладно, раз ты так избегаешь своей участи, тогда получи под комбу. Ну вот и все. Ну да, там он, конечно, сиганул как сайгак от медведя, ё-моё. Так, ну что, ребята, у нас нормал. Тут тоже нормал. 29 уровень. Ну тут в этом бою... А, заряжается быстрее. Ну-ка, дай-ка я гляну. Я с ней еще не закончил с этой белочкой разговор. Надо бы продолжить. Да? Белочка, горячечка. Ну-ка, давай. Поехали. Ой. Как ты, гаденышка, еще успеваешь это сделать-то? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Сюрик метнуть быстрее, чем я, извини меня, наношу тебе удар. Ага, прям в голову. Поехали. По пяткам, правильно, так и надо. И... Ага, ага. Блин, она с одной плюхи столько же нанесла урона, сколько я ей... Фиг знает за сколько комбинаций. Да. Ну, проверим. Понятно. То есть, не такая уж и дура она, да? В отличие от остальных бойцов, она тут, ну, шарит. Ну, хорош. Трындец, а тот тень пока приземлится, пока присядет, пока, блин, свои булки там, я не знаю, блин, сожмет. Тысячи лет пройдет. Ладно, давай пойдем с собой на турнир. Кнут. Этот тоже достал меня, если честно, он... Везде лезет, что кнут, что лилия. Постоянно, постоянно лезут, а? Мало им, да? Так, поехали. Ага. Поехали, как поехали, так и приехали. Хотя, подожди. Нечего раньше времени пшикать. Хорош, может, свои уже эти-то. Так, шлем пробил. Угу, понял. На, угостись. И сюрик. Вдовесочек, как говорится, ребят. Первая победа за нами, поехали дальше. Так, подожди, а у нас с тобой броня, шлем прокачанный, да? Или я что-то...
Что-то я, по-моему, пропустил по прокачке. А, по-моему... А ты не оборзел ли, а? Кнут. Не оборзел ли, тебя спрашиваю? Твою ж налево, зачем надо было делать удар ногой, а? Все, достал ты уже в коре меня. Фига ты. Я смотрю, ты попрыгун, ты еще тот парень. Не тот попрыгун. Надо было выпрыгнуть именно. Так, жарим его. Так, мы ему тоже, ребята, сбили. В отместку. Иди, говорю. Как ты можешь вблиз... Да он все, по-моему, может. Да хорош, ты уже достал, затравил меня уже. Да, по-моему, ребята, он победит сейчас. О, агрессивный, ты прикинь, он слишком агрессивный. Вот это да, вот это он меня тут, конечно, прожучарил-то по полной программе. Прожарка была еще та. Адская, я бы сказал бы. Все? Так. Ну, вот и крышка ему, ребят. Сейчас, подожди. Прикинь, сейчас проиграем. Нет, такого не бывает. Все, лежит, короче, отдыхает. Так, а я хотел посмотреть, все ли мы с тобой прокачали. Тут, правда, конечно, сейчас уже 30 уровень, не за горами. Но, конечно же, не все. Угу. Вот это я не приобрел. Да это я знаю. Что покупаешь экипировку, ты можешь заточить старую свою. Это все, всем все давным-давно известно. Единственное, что я не покупаю, это вот это вот Дадао, потому что, ну, мне не нравится, ребята. Вот это вот, 370, блин, ну это сай предвестника. Выглядит, конечно, классно. Особенно кровотечение. Прям слюна потекла. Ну что, ребята, погнали. Белка. Надеюсь, на этот раз у меня получится ее все-таки наказать. Ну-ка, вшивенькая. Понятно. Так. Ну, понятно, понятно. Начинается вот это вот. Поехали. Нет, нифига, ребят. Хоть ты тут заточись, хоть ты тут закачайся. Ага. Понял. В ответочку получил. Вот ты жук, а. Ну ты белка, ну ты жук, а. Все-то ты знаешь, что я собираюсь сделать, да? Агрессивная опять стала. Слушай, а когда агрессивная, это... Не надо! Вот так вот, ребята. Да, бывает в жизни огорчение. Ну-ка, теперь проверим мою магию. Хорошо, она бомбит ее. Но у нее накапливается она, по-моему, быстрее, да? Насколько мы знаем. Фига ли ты делаешь, эй! Поехали. Пробитие брони. Ну что это за урон, ребят? Ну это дешманский урон, на самом деле, тебе говорю. Поехали еще. О, она еще раз попала. И дожигаем ее. Ух, ушла. Нет, не ушла. Я же думал, ничего себе, блин, прям упала, пролежала, еще успела отойти. Но это мне повезло, чудом каким-то прям. Опа, попала под комбинацию. Белка, что с тобой? Ты сама на себя не похожа. Что с тобой происходит? Я не могу понять. Ой, пробитие брони пошло. Как это, как в танках, ё-моё. Пробитие брони. И добиваем, ребята, ее, скорее всего. Нет, еще живет. Угу. Хотела, видел, да? В карман за сюриком полезла и на тебе. Отлично, отличный был бой. Так, безумно у нас тут. И здесь безумно. Кстати, последний телохранитель, пойдем-ка, наверное, посмотрим. Пума. Я полюбила вдову безо всякого колдовства. Ее власть над мужчинами не может не восхищать. Любовь — это то, что лишает вас, мужчин, воли. Но на тебя, похоже, ее сила не действует. Ничего, я это быстро исправлю. И опять же с кусаригами она. Стервоза пума. Блин, плохо.
с оригами-то еще та у нее, смотрю, в руках. Ладно, давай проверим. Опять на фоне... Что это? Подожди, а что с тобой не так? Ты как-то выглядишь не очень красиво. Где твои кусаригами? Я не могу понять. Что там у нее? Что в рук... Подожди, я не могу понять, что она там... Чем она бомбит-то? У нее что-то... Эй, погоди! Пума, постой секунду. Я не могу понять, у тебя... Это так у тебя здоровье уменьшается? Не может такого быть, ребят. Да я что-то пупею ее бомбить. И хоть убей, я не... Что-то тут, ребят, нечисто. Такое впечатление, что я вообще без оружия какого-то бью. Урона не наношу ей вообще. Вот только заклинание и может на нее действовать. Ты посмотри, что это за дамаг. Какой-то бред. Вот я могу ногами по ней нанести урона больше, чем оружием. Я серьезно тебе говорю, и это не шутки. Она меня бросила еще. Сейчас еще и запинает. Я не удивлюсь. Нисколечко не удивлюсь, есть только... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Грит. Но я тебе скажу, что бой был вообще не из легких. Что у нее в руках? Это... Что за баг? Что это такое, ребят? Во-первых, сам баг оружия. Во-вторых, сам баг по дамагу. Ты посмотри. Ведь у нее кусаригами в руках. И с этим не поспоришь. Ну какой я урон наношу? Ты... Ну ты извини, это... Что она лежит там, бедная? Ее скукожило там. Нет, ребят, что-то не то. Что-то вообще не то. Я могу ее только подбить нормально это заклинаниями. Пробуем. Бросок. На. Чакры свои бросай. Ага. Ишь ты какая жулька. На. Все, ребята. Офигеть баг. Просто баг боговый, ё-моё. Достойный жених, конечно, блин. Трындец. 890 тысяч, конечно, за... Ты типичный представитель своего вида, наглый и самодовольный. Вдова накажет тебя и превратит в свою любимую игрушку. Попомни мои слова. Неплохо, ты получил новый уровень. 30-й, друзья мои, 30-й, конечно же. Так, вот здесь что нам делать? Ярость боли или же абсолютную энергию? Ярость боли, так, увеличить шанс, ага, на 8 секунд, изучаем. Изучаем тут в награду. И, конечно же, бежим по шмоткам. 370, блин. Ох ты, 305, ребята, блин, с восстановлением здоровья. Я хочу эту эгиду святого. Шлем. Шлем тьмы. Покупаю. Прокачиваю. Погоди-ка, а по оружию у нас что? Ох ты, у нас есть вот такие вот молоточки. Боевые. Хм. Боевые молоточки. И чакры. Предположим. А заклинахи у нас... Ой. У нас вон можно прокачать. Ладно, ребят. Давай посмотрим. Нормально. И здесь легко. В этом бою маги... А, понял. Это же мы с тобой с белкой-то не закончили разговор-то еще, да? Слушай, почему-то... Мне кажется, на белке тоже какой-то глюк, баг, я не знаю, ребят. Нет, сейчас чувствуется, сейчас чувствуется. Вот сейчас наношу ей урон. А до этого-то что было такое? На! Вот, совсем другое дело.
А то как в детском садике, елки-палки. Щелбаны раздавали друг другу. Все, родная, пора поджариться. Хе-хе-хе-хе. Прошли, прошли. Пролетели, я даже сказал бы так. Ну что, ребятушки, продолжаем турнир. В этом бою у противника повышена защита. Достигни крейзи. Достигнем крейзи. Опять атаман. Опять этот халабуда против меня. Ну что же, давай. Давай накажем его. Надеюсь, получится. Ать. Ну все, 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 все. Вот я понял, понял тебя. Начинаешь. Что это такое происходит? Почему? Почему такой пониженный урон? Объясни-ка вот мне, пожалуйста, на милость. По-моему, пора, ребята, закалять сталь. Закалил. А, он не сбил, не успел я, да, применить? Фигеть. На! Опять у него агрессивность, а? Зашкаливает, скажем так. Ядрёно вошь, еще бы попадать бы. Ну все, хватит уже. Ага, на! Я твой пыл-то быстренько. А мне нужно что сделать? Мне же нужно было что-то... Блин! Крейзи мне надо было, да? Или что-то типа этого? Попробуем. Да ядрёно вошь, да... Я тебе серьезно скажу, что это полная фигня. Он тоже, конечно, не очень мне наносит много урона своими этими тесаками. Но у меня уже вообще чересчур мало. Ага. И заклинаха. Понятно. Заклинаху размечтался. На. Ты, у тебя агрессив этот спадет или нет сегодня? Или ты так и будешь весь раунд на агрессиве? И я еще и проиграл. Зашибись, блин. Я еще и проиграл, блин. Тут всего лишь один раунд, друзья мои. В общем, надо нам сделать так, чтобы у нас вся накопленная энергия пошла именно в него. Иначе тут победы нам не видать. Он мне еще, да, бросок сделал? Тут плешивая в заднице сделала мне бросок. Твою ж налево. Ага. Упал. Заклинаху сразу же. На тебе, поддыхало. Правое подреберье. Подреб... Ну ты понял, короче, да? Под ребро, короче. Ну, пошла веселуха. Пошла, ребята, веселуха. Ну куда ты, родной мой, убегаешь? Не надо. Так, ловим. Твою ж налево, а? А если так? Я его все равно поджарил. Блин, время еще это идет. Очень быстро, быстро оно уходит от нас. Да сдохнешь ты или нет когда-нибудь, а? Ребят, пробуем. Ну, я. Фух. Чего это мне стоило, а? Сколько это нервных клеток погорело у меня сейчас. Но, тем не менее, ребята, мы с вами прошли. Вдовушка принимает мой вызов. Мне кажется, на нее идти пока не стоит. Не стоит. Мы, наверное, давай сделаем с тобой так. Сегодня закончим, а в следующей серии пойдем с тобой на вдову. Да? Я думаю, это будет справедливо. Потому что я думаю, что серия будет длинная, а вдова... Фиг так просто мне сдастся, и там будет полнейший, я не знаю, полнейший апокалипсис. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.